А кто придумал вообще вот эту историю про слабый и сильный пол? Понятия не имею. Если ты будешь мне отказывать, я тебя уволю по статье. Он меня поднял за шею и понес по коридору. Все священнослужители кивают на одно и то же, что наша религия, она здесь вообще ни при чем. У тебя раскрытия нет, ты гробишь ребенка, ты его убиваешь. Он залез уже мне в трусы, начал трогать меня там. Мы все существуем в системе координат, в которой женщине отведено второе место. Документальный сериал «Хватит». Смотри все серии прямо сейчас. На старт.